Здравствуйте, дорогие мои любители годных ICO. Сегодня у нас на рассмотрении проект Open Collectors Network. Итак, что же это такое? Open Collectors Network – это платформа для создания уникальных токенов. Это первая децентрализованная платформа, где каждый может свободно создавать, владеть, взаимодействовать, настраивать и торговать отдельными токенами на открытом рынке на основе существующих стандартных спецификаций. Здесь мы видим видео, которое описывает данный проект, цитата одного из, я так понимаю, участников проекта. Так, давайте продолжим. Сегодня рынок блокчейн-технологий развивается колоссальными темпами, но все проекты используют взаимозаменяемые токены, а Open Collectors Network предлагает возможность создавать уникальные токены, и ценность каждого токена будет определяться его неповторимостью. Звучит невероятно, но давайте разберем случаи, где токены Open Collectors Network станут просто необходимы. Отдельные лица или группы лиц смогут различить уникальные предметы, ценности для личного пользования. Инструменты для разработчиков игр, где за счет использования стандарта ERC-721 возможно приобрести цифровые активы, необходимые для дальнейшего развития игры. Инструменты для защиты авторских прав. Изображения, музыки, текста или других видов медиаматериалов. На сегодняшний день доказать авторство своих работ невероятно сложно, не говоря уже о том, чтобы получить за незаконное использование финансовую компенсацию. Традиционно защита авторских прав означает приблизительно 8 потраченных впустую месяцев, включая сбор документов, оплату сборов и, конечно же, ожидания. Люди, которые постоянно производят графический контент, должны иметь целую команду, чтобы защитить свое авторство. И такие усилия для защиты своих произведений под силу далеко не каждому автору. Поэтому платформа Open Collectors Network, благодаря блокчейн-технологиям, сможет обеспечить надежную, простую, экономичную и эффективную защиту авторских прав. В следующем видео мы более подробно рассмотрим данный проект. А на этом все. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.